Интервью нам дает Евгений Владимирович Федотов. Евгений Владимирович, поделитесь впечатлением о турнире, как проходит турнир сегодня. Ну что, традиционный турнир памяти Самойлова. Хочется сказать хорошие слова в адрес Владимира Николаевича Самойлова. Под его руководством было построено вот это футбольное поле. И в настоящее время отбоя этому полю нету. Вчера был лучший футбол. Загружен стадион полностью, особенно в субботу, воскресенье. Ну и хочется пожелать всем командам, которые приняли участие, пройти без травм и пусть победит сильнейший. А расскажите, прошлые турниры, кто выигрывал вот розыгрыша? Прошлый год выиграл «Спутник», Нижний Тагил. Также четыре команды были: Екатеринбург, Качканар и две тагильских «Спутника» МТМК. А в первом розыгрыше кто одержал победу? По-моему, «Спутник», все разы «Спутник» одержал. Ну, я смотрю, борьба хорошая идет. Думаю, до последнего тура неизвестно будет победитель. Давай сам, сам! А сами вот братья Самойловы, из какого города они? Братья, они обои из Качканара. Немного можете рассказать историю, как вот они карьеры складывались? Ну, Владимир Николаевич постарше, он руководил детским футболом в Качканаре и потом приехал в Тагил работать. На правах начальника команды в Уральце работал много лет. И когда команды не стало, он стал бы руководить школьными занятиями футбольными на 64-й школе. А младший Владимир, он занимался в Уральце, играл и работал преподавателем в Уфе, в УПИ. Был как игрок на хорошем счету. Ага. Спасибо, Евгений Владимирович, большое за интервью. Приятного вам просмотра сегодняшнего мероприятия.